Мариночка, все это ради вас, Мариночка, прошу вас, держитесь. Мариночка, что я только ради вас не делал? Вот вы знаете, я сегодня пошел, занял и купил вот этот костюм. Он очень вам идет. Но вы не идете мне навстречу. Мариночка, ради вас я подвергался смертельной опасности, охотился на диких зверей. Боже мой, как интересно, вы должны мне подробно все рассказать. Ну что, стойте рассказать о том, как мы с принцем убили сотню там каких-то тигров. Знаете, вот так вот просто пришли, одного прям бомба! Ну хорошо, тогда я попрошу рассказать самого принца. Да, ну что, нет, не надо, лучше я сам расскажу, да. Лучше я сам расскажу, Мариночка. А вы знаете, Мариночка, а вы не хотите холодного лимонада? Нет, я хочу жаркого приключения, такого жаркого, чтобы мне даже холодно стало, чтобы у меня мурашки по спине забегали. Мурашки? Ой, сейчас таракашки забегают. Так, Мариночка, вы где? Да. Я прошу вас, садитесь, пожалуйста, вот сюда и слушайте внимательно. Итак, я начинаю. Однажды в студенную зимнюю холодным рождественским утром сижу я в пенджабе. Где? В пенджабе. Это как войдешь выйти вниз на левую дугу. Ну, сижу я в кафе на берегу Гонга под звуки ганга. Или наоборот. И вдруг за моей спиной раздается этот самый тут-тут. Там-там! Тут-тут. Там-там? Нет, когда я был там, он был там-там. А когда я тут, он стал тут-тут. Да, Мариночка. И тут вспоминаю, что сегодня с утра еще ни разу не охотился на тигра. Да, я вызываю себе Кельнера и спрашиваю. Послушайте, сэр, скажите, как мне попасть в центр джунглей? А он мне отвечает: сэр, трамвай, вы в 20 минут будете на месте. Я бегу на трамвайную остановку, прыгиваю в вагон, он забит до отказа. Кем набит? Не кем, а чем, то есть не чем, а кем? Зверями разными, крокодилами, обезьянами, дикобразами, ежами, бомжами. Вот, я забился, стою, жду. Не успел я проехать и 10 минут, как за моей спиной раздается страшное, грозное рычание. Тигра! Контролера! Ваш билет! А, у меня тройной! Да! Ну что ж, так раз вы оправдались. Итак, я спрыгиваю на ходу и попадаю в самый центр джунглей. Тихо! Но не успел я пройти и 10 шагов, считаю, раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8! И вы знаете, передо мной вырастают огромные... Тигр! Они там как грибы растут после дождя. Мариночка, если бы вы видели, какой это тигр. Какой это тигр? Какой это тигр? Ой, какой это тигр? Ой, какой это тигр? Какой тигр, да? Ой, Мариночка, а тигр? Ой, смотрите, он был весь красный. Черный Мариончик, тигр полосатый. Это черти полосатые. А вот мой тигр, он был крапчатым. И вот, первую минуту, мадам, я был ошеломлен, и тигр тоже. Я стою, он тоже стоит. Я молчу, он тоже молчит. Я закурил. Он тоже закурил? Нет. Вот он был не курящий. И тут моя тоже. Вот тут я хватаюсь за ружье. Где ружье? Нет ружья. И вот тут наступает тревожная, тропическая тишина! Смотрите, тигр от волнения начинает крутить хвостом! А вы тоже от волнения начинаете крутить хвостом? Да, нет, ну что вы, хвоста у меня не было. И вдруг он присел! На что? Да не на что, а для того, чтобы на меня прыгнуть, но я не растерялся! Я делаю свой колоссальный прыжок! Да, хватаю его за шею, начинаю душить, а он кричит. Пустите! А я его не пускаю, он кричит. Помогите! А я ему не помогаю. И вот тут, Мариночка, я смело подхожу к нему, открываю пасть. Нащипываю язык, врываю. Нащипываю легкие, врываю. Нащипываю желудок, врываю. Нащипываю аппендикс. Врываю! Аппендикс вырезаю. И вот в моей руке что-то трепетно забилось. Сердце. Хвост.
А вы знаете, там неудачи поста, ну ничего не хорошо, ради вас я готов дальше. Итак, я хватаю его на кончик хвоста, выворачиваюсь наизнанку. Шкура остается у меня в руках. Тигр? А что тигр? А, тигр испугался и удрал в джунгли. Да нет, вы знаете, в шорте. Да, ну а дальше, Мариночка, я вам скажу тогда, когда вы мне подарите долгожданную рандеву. Вы знаете, что я женщина? Я мужчина, да. Что, представляете, мы с вами сидим дома, вдвоем, а за окном дует ветер, холодно, идет снег. Я заезжаю за вами, и мы идем туда, где так светло, тепло, уютно. И, слава богу, нет никаких тигров. Куда же вы хотите меня пригласить? В маленькое кафе. На большом бульваре. Она в стихе сверкали, деньги в отпуске луны, и ним занесены. Я бы вам и так скажу, так сильно все во всех концы народ спешит, на бульваре мне счастье мочит. Песню споем.